Клуб будущих педагогов-лидеров станет точкой притяжения для инициативных и талантливых студентов, а также специалистов сферы образования. Его фундамент был заложен в Тобольском педагогическом институте уже действующими лидерами. Безусловно, мы в этом очень заинтересованы, потому что от того, какого уровня кадры выпустит педагогический институт, зависит немалое будущее нашего города и будущее муниципалитетов, в которые ребята и студенты, выпускники придут на работу. Открытие клуба – одно из направлений проекта «Мастерская наставничества». Здесь студенты смогут прокачать навыки, необходимые для будущей работы в школе. Конечно, такой клуб необходим для студентов. Он помогает понять, как стать педагогом, который будет не только преподавать материал, но и помогать ученикам развить свой потенциал и найти свой путь. Поделиться лидерским опытом могут уже и сами студенты. На протяжении полугода они проходили мастер-классы, перенимали знания у педагогов-профессионалов, стали участниками конкурса, где разрабатывали свои проекты, педагогические инициативы. Я стала победителем. Я очень рада участию в этом конкурсе. Я рада, что институт уделяет внимание, именно развивает лидерские качества у студентов. Вот клуб, открытие нового клуба – это большая возможность именно для студентов. Реализовать свой потенциал можно и на открытых инновационных пространствах, педагогической клинике, центре оценки компетенций и школы креативных индустрий. Мы их называем новая дидактика, это новые подходы, это креативные, это такие яркие пространства, площадки, где студенты объединяются в соответствии со своими талантами, в соответствии со своими целями. Мне кажется, это хорошая возможность для студентов, то есть у студентов есть возможность определиться, что именно хочу, куда я хочу пойти, в чем хочу поучаствовать. Но также это большой опыт, очень много опыта, очень много педагогических идей. Торжественная церемония превратилась действительно в лидерскую встречу, где проходили открытые диалоги, мастер-классы, работали интерактивные площадки. Символом мероприятия стал родник, который наполнили живой водой, энергией лидерства. Валерия Петрушенко, Ярослав Прохоров, Тобольское время.